dvhub.ru. Сопровождение спортивных и массовых мероприятий. В этом плане в нашем городе есть множество краевых мероприятий. Например, какой-нибудь лот-марафон, лыжня России, я не знаю там еще какие. Мы свяжемся с ассоциацией по спорту, туризму, уточним, когда будут ближайшие, каким образом мы с вами можем им помогать. Это не говорит о том, что каждый должен участвовать в каждом мероприятии. Почему я и говорю, чем шире у нас банк данных о волонтерах, тем больше у нас возможностей. На одно мероприятие Катя, Люда и Сережа пошли, на другое мероприятие Алина, Марина и Карина. Вы даже можете выбрать направление, да, которое именно вам интересно. Кому-то интересно санитарно-профилактическое просвещение, кто-то наоборот хочет там в спорте чем-то помогать. Выбрали, сами уже потом нам, может быть, или вашим руководителям сказали, что мне вот это больше интересно, я бы хотела себя реализовать в этом направлении. Плюс надо уже занято, да? Ты можешь взять в ходе своей деятельности, может, ты наоборот интересно всем. Может быть, ты наоборот всех хочешь направления хватить, а тебе вот это не интересно, ты вообще не хочешь про ВИЧ и СПИД говорить. Не желаешь. Это ваше право, никто заставлять не будет.